Спасибо. Здравствуйте. Что же, у нас сегодня расширенная программа, долгая, 6-часовой ретрит. Соответственно, вы можете присоединяться настолько, сколько у вас есть времени. Не обязательно все 6 часов. Можете приходить и уходить, потом снова приходить. Как вам будет это удобно. И, соответственно, вот сейчас вот эта утренняя встреча, первая, она будет уже в контексте общего ретрита. У нас не будет после нее долгого разговора. Вот. Ну и как-то мы сейчас чуть больше давайте настроимся именно так, как-то хорошенько утелешимся на тело, на общее какое-то присутствие, чтобы потом уже пойти в развитие этой практики дальше в других форматах. И давайте начнем, как обычно, с распознавания своего текущего состояния, распознания, как вы сейчас, какая у вас там внутренняя погода, какое переживание, с чем вы заходите в эту практику. Затем вот по удару гонга мы можем символически начать отмерять это время практики, просто почувствовать, как мы переходим в это какое-то особое пространство, которое мы здесь организуем для этой практики. И вот как мы последние дни делаем, давайте начнем с такого разогревания тела. Сначала просто погладим себя по животу, по часовой стрелке, по кругу, двумя руками или одной, как удобно. И потом начнем как так оглаживать по всему телу, такие как бы символические, представляешь, что это потоки воды, которые мы пускаем по всему телу, разглаживая. И это очень такое, с одной стороны, мягкое, нежное движение, но с другой стороны, оно обнимающее. То есть вот как вода действительно она занимает всю поверхность, по которой течет, она по всему ландшафту. Также мы можем по всему телу протечь своими руками, как так вот потоки такие пуская двумя руками. По всему телу, включая голову, лицо, там спину, где можно достать, как-то, может быть, тыльными сторонами ладони. И затем потихонечку завершим. Какое-то время так посидим, чувствуя, что меняется, какой вот после этого еще остается шлейф ощущений, как послевкусие. Может быть, такая очень мягкая, нежная энергетизация. Вот какие оттенки именно у этого качества энергетизации после такого поглаживания? Как дышится сейчас? Ну, затем добавим как другую стихию. Начнем себя хлопывать. И это символически можем, может обозначать такое огненный контакт. Да? Мы как бы чуть-чуть обжигаем себя так приятно. Когда дойдем до головы, можем ноготками так чуть-чуть укольчик, так как сказать, это такие укольчатые. Есть такое слово? Вот. Потом по лицу подушечками пальцев как пробуждают эти мышцы мимические. Мягко, но чувствительно.
И потом уже по всему телу чувствую, где какая сила этих похлопываний уместна. Где-то посильнее можно, где-то послабее. Сами каждый это может чувствовать. Самое главное, что мы можем оживлять через такое похлопывание себя. Если есть возможность дотянуться до стоп, то лучше это сделать. С обеих сторон тоже стоп обхлопать. И так все тело, включая спину, там как-то постарайтесь тыльными сторонами дотянуться до каких-то участков. И опять постепенно завершим, немного посидим, чувствуя, что такой вид контакта физического с собой приносит нам. Можем сравнивать оттенки от энергетизации от каждого вида прикосновений, чувствуя, в чем разница. Соответственно, если вы замечаете разницу, то потом в жизни это может пригождаться, когда какие такие простые прикосновения имеют смысл, что добавить. Хорошо, и следующая стихия — это воздух. Мы можем так вот как-то себя немножко, как будто бы снимая что-то вот с разных частей тела, там с рук такие длинные перчатки, как будто прямо от плеч, с лица, как будто бы вуаль какой-то, с головы что-то. Это как такое вот стряхивание, но мы продолжаем его дальше в пространство. Как будто бы действительно что-то снимаем и отпускаем туда, в пространство. И тоже по всему телу так пройдем, чувствуя, что это добавляет в опыт, какие именно ощущения, какое качество. Хорошо, опять завершим, посидим какое-то время, чувствуя вот это послевкусие, такой шлейф еще ощущений меняющихся. Как дышится сейчас? Как вот эта постепенная энергетизация происходит. Тело, может быть, чуть больше как-то просыпается, пробуждается с утра. Хорошо. И затем четвертая стихия. Земля. Мы можем себя как-то так обмять, обдавить, как будто бы придавая форму, как будто бы напоминая телу о его форме и о его плотности. Вот тоже пройдем все тело, каждую конечность и все тело. Мы именно как будто из глины формуем что-то, ну вот форму определенную придаем. Мы здесь напоминаем тело о его границах, что он есть физически, и плотности, что оно такое субстанциональное, что у него есть плотность определенная. Опять пройдем все тело, включая стопы, если есть возможность до них как-то дотянуться с обеих сторон, обомнем, обдавим. Секундочку завершим это тоже. И уже усядемся для нашей медитативной практики дальнейшей. Выстроим тело так, чтобы это было удобно, но чтобы было чувство опоры в области таза, чтобы позвоночник, такая внутренняя ось вертикальная, вырастала из таза. Макушка устремлена наверх. Подбородок чуть-чуть утапливается в горло. Живот можем отпустить. Руки сложить удобно. И вот. Первый раз мы заходим в эту позу. Первый подход, так сказать. Можем почувствовать, как сейчас. Как вы себя переживаете, чувствуете, какая у вас эта внутренняя погода сейчас. Спустя там несколько минут уже
начало практики. Затем из этого положения, чувствуя его, продолжая его чувствовать, давайте оглядимся в пространстве, там, где мы находимся, каждый из нас в каком-то своем месте. Можем обвести взглядом это пространство, увидеть его и замечать его трехмерность, что у нас есть близко и далеко, высоко и низко, что объекты расположены на разном расстоянии и высоте. Мы встречаемся с ними в этом трехмерном пространстве. Можем обнаруживать какие-то тонкие различия своего переживания. Да, чуть ближе или чуть дальше, или сильно дальше. Если есть возможность выглянуть в окно, если в комнате, и у вас есть окно, которое можем посмотреть. Можем увести туда взгляд, чувствуя, как переживаете себя, когда смотрите сюда, куда-то далеко. Может быть, небо видно, или какие-то еще дальние объекты. И вот когда мы так осматриваемся в пространстве, впуская его в свой вот такое вот осознаваемое поле, как это действует на вас тоже прямо сейчас. Замечаете ли вы какие-то нюансы опыта, меняющиеся? Хорошо, затем можем посмотреть перед собой, отпуская взгляд, немножко его так расслабляя, позволив ему расфокусироваться. И можем просто замечать, что пространство есть впереди, по бокам. И просто вспомнить, что оно есть и над нами, даже если мы его не видим. И сзади, с всех сторон. А под нами есть опора физическая. Можем это чувствовать. И вот это возвращение в присутствие через контакт просто каналами восприятия с тем, что есть. Физически мы чувствуем, видим, слышим, как это все сейчас переживается. Действует ли как-то на ваш опыт, на ваше общее состояние? Затем в какой-то момент можем позволить глазам закрыться, почувствовать, что сейчас меняется, когда визуальный канал ушел из восприятия. Что актуализируется в большей степени. Ощущение тела, мысли, может быть, звуки, запахи, еще что-то. Опять можем почувствовать, как мы сейчас в целом, какое общее состояние. Можем вздохнуть несколько раз, повздыхать, отпуская выдох. Да, вздох, вдох чуть глубже. И потом более долгий выдох. Долгий, мягкий, расслабленный. Опять. Очень простой этот акт вздоха. Вот как он действует на нас. Можем это замечать. Затем опустим внимание в точке опоры, в таз. Чуть-чуть побудем еще больше с этим ощущением опоры, плотности контакта. Будто вы насыщаясь этим ощущением. Если не очень хорошо чувствуется опора, то можем втянуть промежность, ягодицы напрячь, все мышцы таза напрячь, втянуть в себя, держать какое-то время, потом отпустить, и вот здесь
по контрасту почувствовать, как тело усаживается плотнее, как вес может отпускаться еще больше. Это простое физическое ощущение опоры. Как именно она переживается и действует ли как-то в целом на наше состояние, на ваше состояние сейчас. Хорошо, а потом начнем подниматься вверх по корпусу. Чувствую, что это делает. Может быть, тело будет немножко вырастать, вытягиваться. Грудная клетка раскроется чуть-чуть, плечи. Дойдем до макушки. Буду подвешивать ее за, как на ниточке за макушку, голову. Утапливая немного подбородок в горло. Без напряжения. Просто как-то так вырастая чуть-чуть вверх. Затем соединим вместе. Вверх и низ. Макушка продолжает устремляться вверх, а вес стекать вниз. И немного покачаемся вперед-назад, чтобы найти, обнаружить эту вертикальную ось. С стороны в сторону тоже покачаемся. И вот постепенно-постепенно именно телом, чтобы найти вертикальную ось, почувствовать ее. Ну и соберем все вместе. Тяжелый таз, вертикальная ось внутри, макушку устремлена наверх. Помним про живот, отпуская его немного, позволяя ему дышать. Позволим себе как-то располагаться в этой позе, постепенно занимать ее собой. Опять можем почувствовать, а как в целом общее состояние сейчас? Меняется ли оно? Вот пока мы делаем какие-то такие простые вещи, настраиваясь телом, сознанием. Затем, если это удобно, давайте положим одну руку на грудь, другую на живот, почувствуем этот контакт. И вот когда положили руки, так можем поискать еще, чуть-чуть подвигать руками, поискать такое положение, где это чувствуется как-то, знаете, как такое ощущение, вот, ага, вот здесь какое-то правильное место, как будто бы. Может интуитивно просто чувствоваться. И можем чувствовать дыхание, тепло, рождающееся от этих прикосновений. И затем можем вспомнить о мотивации своей, зачем мы здесь. Что мы хотим от этой практики, что мы хотим ею воплощать, какие ценности, какой смысл, зачем это вам лично. И можем посвятить сегодняшнюю практику чему-то своему, каждый может своему чему-то посвятить. Я посвящаю Будди Дхарме и Сангхе. Освобождению всех чувствующих живых существ.
от ограничений, от страха и тревоги, от жадности, ненависти. Освобождение себя от всего этого и всех существ. Если вы посвящаете чему-то своему, обращаясь к своим ценностям, действует ли это как-то на вас прямо сейчас? Хорошо, затем можем снова положить руки удобно. Вот рекомендуемое положение, когда руки в виде чаши под животом. Просто лежат спокойно, как будто бы держа в этой чаше что-то. Ребрами чуть-чуть касаясь живота, чувствуя его дыхание. Если это положение неудобно, то найдите другое. Еще раз соберем себя в этой позе. Тяжелый таз, вертикальная ось, макушка устремлена вверх, подбородок утапливается в горло. Живот мы отпускаем, позволяем дышать. Руки сложены удобно. Вот мы сидим так. Давайте пройдем по отдельным участкам тела, чуть больше их наполняя вниманием, чувствуя, что в них меняется. Глаза, мышцы вокруг глаз, пространство за глазами. Нижняя челюсть, если мы ее отпустим и позволим ей повиснуть, чувствуя вес. Меняется ли дыхание здесь, когда мы отпускаем челюсть? Язык во рту. Если мы его тоже отпустим, почувствуем от корня до кончика. Затем все лицо, кожа, мышцы, все лицо. И затылок, шея, плечи. Плечи могут потечь вниз. Можем немного побыть вот с плечевыми суставами, чувствуя, как они движутся вместе с дыханием вверх-вниз. И с выдохом чуть больше отпускать их вес. Просто позволяем истекать вниз. И пройдем по рукам от плечевых суставов до ладоней. Также чувствую их вес, опору, они лежат спокойно.
спина, дыхание в спине. И вот можем заметить дыхание, как оно движется в спине, чувствуя, как будто бы дыхание обнимает нас сзади и поддерживает. Лишние напряжения могут просто стекать вниз по спине с каждым выдохом. Потом расширим внимание до всей грудной клетки. Чувствую ее во всем объеме, как она дышит, поднимается, опускается, расширяется, спадает. И солнечное сплетение, живот. Если вы обнаруживаете напряжение там, в солнечном сплетении в животе, всякий раз можем чуть-чуть их отпускать, чуть больше. И пах, промежность, еще раз ягодицы, весь таз, чувство опоры, плотности контакта, вес. Еще больше можем отпустить его, вес тела. Ноги от тазобедренных суставов к стопам. И вот сейчас, когда мы как-то наполнили так достаточно подробно, прошли тело, наполнили вниманием, снова можем вернуться к этой форме нашего сидения, к позе. Тяжелый таз, вертикальная ось внутри, макушка устремлена наверх, подбородок утапливается в горло, живот дышит, руки лежат спокойно. Можем втечь в эту позу, как рука втекает, входит в перчатку, занять ее полностью, отдать себя ей. Вот в этой форме, когда мы сидим, как гора, устойчиво, стабильно. Внутри много внутреннего движения. Дыхание течет, ощущения меняются. Можем вот здесь как-то укорениться в этом телесном присутствии, в первую очередь, как в такой базе, фундаменте нашего опыта. Сидеть устойчиво, неподвижно, но при этом чувствуя, как много внутри движения, чувствуя дыхание.
Затем продолжаем так укореняться в теле, вставая с ним. Давайте немножко расширим внимание к слушанию. Слушание тоже происходит прямо сейчас. Мы слышим. Когда мы одновременно чувствуем тело и слышим пространство. Расширяет ли это немного хотя бы такое общее переживание у вас сейчас? И в этом слушании сейчас раздастся несколько раз звук гонга. Я предлагаю послушать, как приходящий объект звуковой, вот он приходит, длится, уходит, а мы продолжаем слушать само пространство. Это продолжающееся слушание. Есть в нем объект или нет? Можем замечать, как это происходит. Как звук и отсутствие звука. Объекты пространства. Все это мы можем слышать. И дальше я предлагаю еще немного расширить восприятие. Если вам это удобно, то можем приоткрыть глаза чуть-чуть, смотреть как раз сфокусированными глазами, немного вниз, примерно под 45 градусов. Просто видя какое-то пространство перед собой. Есть ли там объект или нет, неважно. Тут у нас есть поза, внутри нее есть телесные ощущения разные, дыхание. Все это происходит само собой. Мы сидим, сидение происходит, тело сидит само, в общем-то. Дыхание движется само, ощущения меняются сами.
Нам не нужно это контролировать или прикладывать усилий каких-то. Можем отпустить всякие усилия. Слух происходит сам собой. Просто слышим. Нам не нужно хватать звуки. Можем просто отпустить всякое усилие. Зрение также происходит само собой. Ваше внимание как-то движется само собой. Мысли могут приходить и уходить сами. Сознание осознает само. На какое-то время можем просто отпустить всякие усилия и посидеть какое-то время, отдыхая в этом. Как если бы вы делали долго какую-то работу, а потом просто откинулись на спинку стула и сидели так какое-то время. Вот каждое мгновение можем как будто так отпускать любую работу, любое усилие. Если вы будете ловить себя, улавливать в том, что вы о чем-то думаете, куда-то увлеклись в мысли, в тот момент, когда вы осознаете это, просто вернитесь, возвращайтесь вот к этому отпусканию себя в простое, чистое присутствие, видение, слышание, чувствование, как мы есть. Это расслабление в этом. Давайте так еще какое-то время посидим, несколько минут всего.
Сейчас мы будем потихонечку двигаться к завершению вот этой части, этой нашей формальной практики. И если глаза открыты, можем их позволить им закрыть снова. Если вам это удобно, опять мы можем положить руку одну на грудь, другую на живот, почувствовать этот контакт. Я предлагаю завершить эту практику какой-то совсем коротенькой практикой дружественности, метты. Можем вспомнить просто кого-то, кто нам дорог, любое существо, человек или животное. Пожелать ему или ей чего-то хорошего, просто искренне, как что родится. Чувствуя, что при этом у вас откликается внутри. Потом можем расшириться и пожелать того же самого или чего-то другого, но тоже хорошего и доброго. Вообще всем живым, или как это называется в буддизме, чувствующим существам. Может быть, уменьшение страданий, освобождение от них. Может быть, еще чего-то, что у вас сейчас родится. Затем можем также еще поблагодарить себя за то, что мы даем себе время этой практики, побыть с собой, настроиться. Можем поблагодарить всех, кто был до нас, всех учителей, благодаря которым эти методы, этот путь существует. Мы можем поблагодарить тех, кто будет после нас, то, что они будут продолжать этот путь. Мы можем поблагодарить всех попутчиков прямо сейчас, всех, кто здесь, нас, людей в целом, кто занимается каким-то самоисследованием, самотрансформацией. Все это наши попутчики. Спасибо вам всем. И те, кто продолжит, мы продолжим, а те, кто сейчас завершает, можете подумать еще о том, что хотелось бы забрать в сегодняшний день из этой практики, а что оставить здесь. Давайте сейчас себя погладим. Сначала по часовой стрелке по животу, немножко по кругу, потом по всему телу, снова запуская как будто вот эти вот потоки воды, да, как бы омывая себя руками по всему телу, не забывая про голову и лицо. И какие-то участки, может быть, позовут ваши руки, чтобы остались у них подольше, там как-то потерли, помяли. Что-то затекло, может быть. И затем потянемся еще, как-то растягиваясь то в одну сторону, то в другую. Двигаясь. Если глаза закрыты, в какой-то момент можем открыть и обвести пространство еще раз взглядом, увидеть его. Мы здесь. Ой, давайте 10 минут посвятим творческому отклику, какой-то рефлексии. Что-нибудь попишем или порисуем.
Тоже давайте я прочитаю, что мы сегодня написали. Так, Ирина написала: «Благодарю вас». Дальше Елка. «Внутри горы жизнь, и на вершине, и под горой. Что ж гора? Неизменно в своей изменчивости река. Самом собой это случится, и это, и это». Я написал: «Медленно-медленно пробуждается утро, смотрит на меня туманным взглядом». Вера. В легких струнах внутреннего внимания стала зарождаться птица, но на полпути растаяла. Остаюсь с внутренней тишиной, а вот и пение птиц за окном. Эгей. Окей. Значит, каков дальнейший план для тех, кто останется у нас дальше? Сейчас мы сделаем перерыв и на 10 минут. Через 10 минут, то есть по нашему, я буду говорить по нашему времени, вы там свои переводите на свои. Значит, это будет 8:10. У нас начинается следующий сет. И мы начнем с практики ходьбы. Поэтому вам нужно будет какое-то место для ходьбы. Ну, то есть там хотя бы там 3 шага вперед, 3 шага назад, чтобы было какое-то место, самое минимальное какое-то, где-то в комнате или где-то еще. Вот. Ну вот, собственно, и все. А потом уже будет, перейдем к следующему сразу же из этого. Дальше вот кто просто у нас, кто не знает, я постоянно вот в этих долгих ретритах, у нас одна и та же программа. У нас будут такие долгие сессии по часу, но внутри них мы не будем уставать в силу того, что мы будем менять практику, сидеть и ходить. Так что... Так, вот мы... Мария еще написала. «Все дышит вместе со мной. Мгновение неопределения. Единый процесс, как выходит... Внутрь него. Единый процесс, как выходит, так, не вижу, внутрь него совершить индивидуальный выбор. И внутри него, наверное. Не видно. Закрывает какая-то плашка. Да, как внутри него совершать индивидуальный выбор. Спасибо. Спасибо, Мария. Окей, давайте сейчас завершим. Спасибо всем, кто был сейчас. Кто останется, продолжит. Приходите через 10 минут. И давайте выйдем отсюда и зайдем по той же ссылке, как обычно нашей, через 10 минут. До встречи.